Столовая школы номер 19, расположенная в Медвежьих озерах, признана одной из лучших в стране. По итогам всероссийского конкурса, который провели Министерство просвещения Российской Федерации и Педагогическое собрание, 19-я школа заняла второе место среди сельских образовательных учреждений. Было проведено несколько этапов соревнований. Участие в конкурсе приняли свыше 20 тысяч школ, как сельских, так и городских. Но до федерального тура дошли порядка 370. Уже сам выход в финал можно назвать победой. Однако Щелковской школе номер 19 удалось войти в число лучших. Для нас это впервые, но, если честно, мы где-то, так как было очень много кандидатов, порядка 26 тысяч, ну вот школа, да, участвовала, мы переживали, мы надеялись, конечно, но так уж, чтобы рассчитывать на подготовку, у нас, ну, где-то теплилась надежда. Когда мы вышли в федеральный уровень данного мероприятия, ну вот, то мы поняли, что нас заметили, и мы уже продолжили свою работу.